Рахманина и Максима Маринина. Я думаю, что реакция зрителей, она совершенно объективна, и я должен сказать, что я тоже хочу быть, и я думаю, что я объективен, если скажу о том, что Татьяна и Максим лучше всех пока выполнили свою короткую программу. Ну, вот, мне кажется, что, во всяком случае, для меня вот впервые за сегодняшний вечер куда-то ушли в сторону вот эти все элементы, шаги, связки, да, чего, все как вот это, заходит, о чем мы говорили, да, с вами. Это все осталось только высокое искусство, которое мы с вами с замиранием сердца. Я думаю, что все зрители, хотя трибуны взрывались аплодисментами на протяжении всего их выступления, но это было действительно что-то резко заметно отличавшееся от всего, что мы видели до сих пор, хотя мы видели с вами и китайские пары, которые выступали тоже очень здорово. Но это был, мне кажется, какой-то уже другой немножко уровень. И все это несмотря на то, что сложнейшие элементы короткой программы — тройной тулуп, параллельный прыжок, выброс, тройной ридбергер, я имею в виду поддержка, это все было сделано, ну, вроде как будто это все не тройные.